Привет, вот сейчас заказали вот такие вот подгузники. Ну, это китайские подгузники, у нас ни разу не было китайских. Вот это у нас обычные хаггисы, но они в России делаются. И вот эти тоже какие-то трусы тоже в России делаются. Но тут дорогие, что-то, не знаю, покупал в аптеке. И вот купили, ну, стоит 1000 рублей, 56 штук. Ну, там всякие промокоды, скидки, можно дешевле взять. Вот, чтобы просто попробовать, это сделано в Китае, даже не надо это не выглядит. Сейчас давайте снимем, такой обзорчик небольшой. Называются, он вообще не пойми как. Вот просто хочу сравнить с хаггисами. Потому что вот из тех, что я пробовал, мне пока хаггисы нравятся больше всего. Так, давайте посмотрим, как она открывается. Ну, за открывание упаковки минус, потому что я не вижу, как это надо рвать. Хаггисы надрываются легко. Ну, в принципе, наверное, да, большинство подгузников, она тоже легко надрывается. Давай. Но это трусы у нас получаются... 6-11 килограмм, но они чуть побольше, они уже от 6 килограмм идут. И вот хочу просто их сравнить. Давайте посмотрим, что это из себя все представляет. Такие тоненькие липучки по краям. Написано это чисто не дневные подгузники, написано, что это дневно-ночные. Здесь есть лента, видите, для зацепа. Именно не целиком они зацепляются, а именно за ленту. Так же, как и вот в этих подгузниках, это вот этих, которые покупал в аптеке дорогие, здесь тоже есть лента. Что-то у меня такое смущает сомнение, что они идентичны друг. Хотя здесь такие тоненькие, здесь чуть потолще на ощупь. Ну ладно. И здесь такие больше, как пластик. А вот хаггис. Ну, хаггисы вообще хорошие, мне что-то понравилось. Ну, это хаггисы и лицов. Просто я не нашел что-то на 6 килограмм, поэтому... Ну, вот здесь вот цепляется везде. Вот это как бы для меня больше плюс. И взял в любом месте их, нацепил, ну, хаггисы, и пошел. А эти вот такие. Так, давайте посмотрим внутреннюю сторону подгузника. Ну, вот эти здесь, в общем, много какой-то жидкости. Ну, в хаггисах тоже чувствуется. Здесь ее совсем чуть-чуть. Ну, меньше, чем в других трусах. Поэтому, мне кажется, не знаю, как он будет. Ну, мне кажется, что как-то они не очень. Что-то эти китайцы. Лучше брать хаггисы, наверное. Потому что цена примерно одинаковая получается. Примерно то же самое. Давайте налью туда воды, посмотрим. Ладно, наливать воду не буду. Думаю, а смысл какой? Потому что все равно они будут хуже, чем вот эти впитывать. Ну, в разы. Потому что здесь все нам намного тоньше. Ну ладно, я, честно скажу, не обрадовался этим подгузникам. Вот эти приятнее на ощупь. Вот эти вот чувствуются, здесь какой-то пластик. Как будто, знаете, вот этот из бутылки сделан, ну не очень приятный. Вот эта поверхность внутри, по сравнению с другими подгузниками. Ну, в принципе, они похожи. Вот это все похоже. Но мне кажется, эти трусы не так дышат, как... Вот эти трусы. Не, вот эти трусы тоже не дышат. А вот хаггисы, мне кажется, дышат, потому что они как будто из ХБшки сделаны, а здесь как будто бы все из этого сделано. Из полиэтилена. Ну, в общем, не очень. В общем, я не обрадовался китайским подгузникам. В общем, я пока за русские подгузники. Мне кажется, они лучше. Я еще китайских подгузников лучше, чем русские, не видел. Может быть, если бы они стоили в два раза дешевле, да. Но по их цене, что их продают, ну, это не очень. В общем, не берите такое. Спасибо вам за просмотр, подписка, палец вверх, пока-пока.